С вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре полупрофессиональная линейка инструмента. Это инструмент от компании Sigma. Sigma Mid 60x3761. Набор состоит из 94 предметов. Sigma Mid — это полупрофессиональный инструмент, потому что у компании Sigma еще есть Sigma Ultra. Это предпрофессиональный, выпускается на острове Тайвань. И Sigma Grad. Вот Sigma Mid — это нечто среднее, то есть полупрофессиональная линейка. Хотя отзывы по данному инструменту и по ценовой категории, конечно же, мало у кого есть по цене и по качеству такие наборы. Поставляется набор, сверху идет бумажная упаковка на кейсе, вот такая одевается. Комплектация набора указана. CRV — это хром-ванадиевая сталь, материал изготовления, 2 рабочих квадрата, 1/4 и 1/2, 94 предмета в комплекте. И также указан адрес, где производится набор. Это набор производится в Китае, заводской Китай. Хотя компания из Харькова. В комплекте 2 трещотки. Трещотки здесь мелкий шаг, 72 зуба. Они разборные, имеют реверс, быстрый сброс, рукоятки комбинированные, резина, пластик. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 255 мм. Sigma надпись. Sigma на рукоятке, хром-ванадиевая сталь указана. И трещотка под квадрат 1,4, также 72 зуба, реверс, быстрый сброс, длина трещотки 150 мм. Рукоятка комбинированная, также идет разборная. Два винта сверху и один снизу отключается. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка здесь полностью пластиковая. Есть квадрат присоединительный, можно подсоединить трещотку. Также подсоединить еще удлинитель можно сюда, в зависимости уже от работ, которые вы проводите. Данная отверточная рукоятка применяется или с головками под квадрат 1,4 для труднодоступных мест, или сюда одеваются биты. Получаем отвертку. Дальше по битам покажу, какие есть в комплекте. Удлинители под 1/2 у нас 250 мм удлинитель и 125. Под 1/4 у нас 3 удлинителя. 50, 100 и 150 мм — это гибкий удлинитель для труднодоступных мест. В 108 наборах есть такой же самый набор, 108 предметов, там гибкого удлинителя нет. Удлинитель 250 мм под 1/2 также применяется как Т-образный вороток. Есть специальный вот такой переходник. Переходник можно применять отдельно для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. То есть использовать трещотку под 3/8. Это если у кого есть в комплекте. Два кардана под 1/4 и под 1/2. Карданы здесь скреплены вставками металлическими. Т-образный вороток есть под 1/4, также с плавающей головкой. Две свечные головки 21 и 16 мм. Внутри есть резиновые вставки. Так, и теперь головкам. В наборе идет шестигранный профиль. Головок под 1/4 здесь 13 штук. Ряд. Самая маленькая 4 мм. И самая большая здесь идет на 14 мм. И головки под 1/2 дюйма. Общее количество 18 штук. Самая маленькая 10 мм. И самая большая 32 мм. 6 граней. Вес головки 32 мм составляет 210 грамм. Логотип Sigma на головках на металле. И также Sigma логотип есть на каждой единице инструмента, которая в комплекте идет. В верхней крышке набор бит. Есть биты под 1/4, которые прессованы в головку. Или прессованы еще в переходник.
Здесь шестигранный профиль, есть профиль торкс, крестообразные и шлицевые. Биты подписаны. На пластике есть размер вот ячейка, в которой лежит бита. И биты под квадрат 1,2. Также шестигранные. Есть крестовые, шлицевые и биты торкс. Они применяются с переходником. Вставляете нужную биту. Дальше можно вставлять и переходник. И головки длинные. Общее количество длинных головок 12 штук. Самая маленькая у нас 6 мм. И самая большая на 19. Чего нет в наборе и чем отличается от 108 набора, потому что часто задают. Здесь нет головок торкс. Но есть вместо головок торкс длинный удлинитель. То есть если вам торксы не нужны, биты торкс присутствует. Но головок торкс нет, только шестигранный профиль. И здесь нет набора ключей. То есть, если вы хотите уже полный комплект, вам придется докупить еще набор комбинированных ключей. Здесь в наборе его нет. В верхней крышке инструмент хорошо защелкивается и не выпадает при закрывании. Кейс у нас цельнолитой, то есть зависа нет посередине. Запирание на вот такие вот пластиковые защелки идут. Дальше покажу. Качество литья. Инструмент хорошо отполирован, нету сколов, нету каких-то неровностей. Нанесено защитное матовое покрытие сверху. То есть поэтому вопросов нет. Вес набора составляет 6,7 кг. Высота кейса 8 см. Длина с рукояткой составляет 27 см и ширина 37 см. Вот на такие вот защелки у нас запирается набор. Сверху логотип Sigma на верхней крышке идет. Рекомендуем покупки, так как тут хорошее сочетание цены и качества. Ставьте лайк, кому понравилось видео. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.